Самаре проходит областной турнир «Лето с футбольным мячом», напоминают в телеграм-канале городской администрации. Торжественное закрытие районного этапа с награждением команд-победителей уже проводится во внутригородских районах города. Финалисты районных соревнований встретятся на втором этапе, который пройдет с 12 июля по 15 августа 2023 года. Команды, ставшие сильнейшими в каждой возрастной категории соревнований второго этапа, примут участие в областном туре. «Лето с футбольным мячом» проводится в три этапа – на футбольных площадках во дворах и стадионах Самарской области. Первый турнир состоялся в 2009 году в железнодорожном районе Самары, а с 2011 года в нем уже участвовали команды со всей Самарской области. С 2019 года проект вышел на всероссийский уровень, к нему присоединились 73 региона России. В телеграм-канале Самарского района приглашают принять участие в районном фестивале настольных игр, который состоится 23 июня в 10:30 в сквере имени Высоцкого. В рамках мероприятия можно будет сыграть в жульбак, шаффлборд и традиционные шашки. Отдельно на фестивале будут проходить творческие мастер-классы как для взрослых, так и для детей. На портале госуслуги начался прием документов в вузы, говорится в телеграм-канале Советского района. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны, до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. 23 июня в Самарской области состоится второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», информируют в телеграм-канале Кировского района. Ярмарка проводится в рамках модернизации службы занятости, которая реализуется благодаря национальному проекту «Демография». Мероприятие будет проходить с 13 до 16.00 по адресу улица Красноармейская, 131. Специалисты представят более 2500 вакансий 41 предприятия. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Приглашаются все желающие.